Особо снимать времени некогда. Сейчас буду заниматься навозоудалением. Ну, могу показать часть из моего хозяйства. Значит, держим собак среднеазиатской. Держим чисто из практического применения. Для чего? Из хозрасчетного применения. Они у нас занимаются охраной. Ну как, люди держат маленьких собак. Мы, соответственно, из расчета своего личного подсобного хозяйства держим больших собак. Кобель у нас сидит на задах, а сука здесь ходит по двору. Кобель на цепи, вот его можно тоже посмотреть. Гектор, иди ко мне, на бородочку. Собака весьма специфическая. И, значит, к ней нужен своеобразный подход. Гектор, иди ко мне скорее. На, бараночку. На. Покажи, что у тебя-то. Покажи. Значит, собака сторожевая. Как это проявляется, что сторожевая? Значит, она привязана к дому, к хозяину. Значит, всех животных, которые содержатся в нашем дворе, она воспринимает как часть своей стаи. В чем это проявляется? У нас скотины заходят не с лицевой стороны, а через зады. Если они здесь будут идти, они, значит, разбивают асфальт, гадят, за этим нужно убирать. Они проходят через зады. Значит, выгоняем мы скотин в общее стадо. Скотина, когда идет с общего стада, обязательно среди них, у нас в основном коровы и телки, значит, зачешется бычок. Все, и кобель сидит на цепи, стадо идет, и он без труда определяет, значит, своих, где наши, а где чужие. Если чужой бык бежит за ними, он тут же, значит, его отгоняет, а своих пропускает. Это вот по отношению к коровам. Даже кошку он, значит, без труда определяет чужую от наших. На наших кошек они внимания особо не обращают. Ну, ходит и ходит. Значит, даже когда собака может, бывает такое, что отвяжется, либо вылезет, они не убегают. А бежит вокруг дома, значит, вокруг нашей улицы, прогуляется там в течение получаса. И все равно приходит ко двору, если у нас дом закрытый. Значит, и лежит возле ворот. Проходящих мимо чужих людей, значит, он уже, она не пропускает, не подпускает к дому. Это у нас съемка чисто из коммерческих целей. Сука покрылась, собаки крупные, и с покрытием довольно такие большие проблемы. Живот у нее маленький, ну, думаем, что щенков будет мало. Ну, посмотрим, как, значит. Покажи, Тити, покажи. Где там у тебя Тити? Ну, есть у тебя молоко-то, нет? Когда ты нас обрадуешь? Ну, Тити есть, но молока, вот, слушай, появляется, появляется. Но только в задних титьках, передних пока нет. Живем в Сибири, значит, у нас, конечно, они живут, сука, в будке, а кобель спит на задах. Он вообще не знает, что такое будка. Значит, у него побольше шерсть, и, значит, он другой масти. Вот это, значит, суки среднеазиатской, чтобы щениться, все равно нужно теплое помещение. В прошлом году она щенилась, вообще были морозы под 40. И щенки расползлись, значит, маленькие не соображают, ну, проблематично. А потом, когда они уже, значит, 2-3 дня проходят, уже проблем нет. Приходится в течение недели, а то и двух, если сильные морозы, держать их в теплом помещении. У нас специально для этого в бане отведен угол, огорожен место. Там топим печку, и она там, значит, со щенками сидит, пока щенки не окрепнут. А когда уже окрепнут, мы переводим их на улице в будки. Потом, значит, недели через 3, когда у них начинают появляться зубы, сука к ним не подходит, а с ними уже не ночует. А подходит, их покормит и обратно уходит. Значит, особо сейчас занят. Маленько попозже, значит, я перееду на тракторе и покажу, как я занимаюсь навозоудалением. Пока на сегодня хватит.